Здравствуйте, меня зовут Юрий Спасокукоцкий. Я персональный тренер, который известен тем, что проводит персональные тренировки по интернету, прямо через программу Skype. Сегодня я с помощью Вали и Насти покажу вам упражнения для девушек, которые позволяют очень эффективно улучшить свою фигуру. Но сегодня мы будем тренировать внутреннюю часть бедра и пресс. Пресс будет выполняться в качестве вставочного упражнения. Что такое вставочное упражнение? Когда мы работаем над основным упражнением, в перерыве мы можем вместо того, чтобы просто отдыхать 2 минуты, сделать более легкое упражнение, и таким образом тренировка будет проходить более интенсивно. Ну что ж, Настенька, сейчас мы приступим к упражнению. Садись в тренажер для разведения ног. Садись в тренажер, пожалуйста, и делаем разведение ног, только медленно. Сели, красиво, разводим ноги и сводим. Осаночку, голову не опускаем, хорошо. И у нас прорабатывается ягодичная мышца и внешняя часть бедра. Чувствуешь? Пока нет, сейчас почувствуешь. Сокращаются мышцы. Разводим ноги. Ты чувствуешь, как работают ягодичные мышцы? Уже да. Уже заработали, да? Напрягаем. Выдох, разводим ноги. Вдох, сводим. Плавно, максимально концентрируемся на работе ягодичных мышц. Хорошо. Отлично. Хорошо, работаем. А в это время Валя будет выполнять вставочное упражнение. Она будет тренировать пресс. Ложимся на спиночку и качаем пресс. Не спеша, медленно, медленно, медленно работаем. Сокращаем, напрягая пресс, приводи. Не полностью выпрямляй, не полностью. Хорошо. Ты чувствуешь мышцы живота? К вечеру будет крепатура, пока мы снимем 100 дублей, по 100 повторений, выше, выше, выше задираем тазобедренный сустав, чтобы работали мышцы пресса. До конца не выпрямляем. Работаем. Хорошо. А теперь мы меняемся, так как это в рамках суперсета, и садимся, Валя, на разведение ног. Настя на пресс. Руками держимся за скамеечку. Притягиваем коленки к груди. Выпрямляем вперед. Притягиваем к груди. Выпрямляем вперед. Медленно, не спеши. Прижали. Продолжай сама. Хорошо. Разводим ножки в стороны. Напрягись, грудь подними. Чуть-чуть вперед наклонись, чтобы больше работали ягодичные мышцы. Так. Хорошо. Разводим. Сводим плавно, шире, шире разводим, выдох, вдох, выдох, хорошо, выдох, выдох, работаем, 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 разводим пошире, сводим, включаем ягодичные мышцы максимально и встаем. Таким образом мы с Настей и Валей показали вам, как можно очень эффективно тренироваться в зале, как увеличить интенсивность тренировки, сделав разведение ног сидя в суперсете с тренировкой пресса. Причем пресс это идет как дополнительное упражнение, а разведение ног с большим весом как основное упражнение. Наверное, вы обратили внимание, как чудесно выглядят девушки. Я хочу вам сказать, что у меня уже есть опыт работы с сотнями девушек, которые пришли ко мне после рождения ребенка с лишним весом, с целлюлитом и вот так вот прекрасно теперь выглядят. Например, Настя, она мама 2 детей. И мы успешно с ней занимались, успешно выступили на чемпионате мира, заняли 1-е место в парах. И я думаю, что любая женщина может выглядеть вот так вот хорошо, как эти девушки, если она будет заниматься по моей системе, что можно делать прямо через Skype, прямо по интернету, обратившись ко мне. Спасибо.